Чтобы зашить прибор, понадобится вот такая вот штука, нехитрая. Так, подсоединяем. И программа Упрок. Вот мы зашли. Так. Нажимаем поиск. Находим прибор и считываем с него информацию. Вот. Выбираем вкладку «Входы», тип входа. Нажимаем. Он стоит у нас охранный. Нам надо поставить пожарную, дымовую, так как у нас дымовые датчики все внизу. Делаем 1-20. Окей, на все 20 шлейфов. Все, тип входа теперь пожарный, дымовой. Далее. Задержка не надо, задержка управления входом. Это все не надо нам. Так. Звук у нас будет стоять на пятом реле. Вот здесь управление выходом. На пятом ставим плюсики. Также 1-20. Все, реле включено. Дальше ищем выходы. Да иди. На четвертом ставим без контроля. Вот пятый выход у нас стоит на сирену. Нам надо замкнуть, включить, замкнуть. Управление 360 секунд. Контроль и обрыв на КЗ нам не надо. Отключаем. Также вот управление, кнопка пуск, можно включить. Здесь отключаем. Без контроля отключен. Когда зарплата будет? Завтра. Зарплата не будет. Не управлять. Седьмой не управлять. Без контроля. Отключен. Шестой тоже ставим не управлять. Без контроля отключен. Пятый у нас включить, замкнуть. В случае сработки. Так. Четвертый не управлять. Все. Сюда пишем конфигурацию. Так. Есть.
Девятое. Девятого нет пока. Так, и надо еще включить. Они горели. Так, ЕНК-54 отключаем. Записываем. Есть. Вот. Зелененькие. Девятого у нас пока нету. Теперь можем проверить звук. Внимание, пожарные. Там был звук? Также можно сработать ручник. В принципе, и все. Ничего сложного. Осталось все это дело закрыть, привести в порядок, и все будет работать. Блики обычно кидаем напрямую, потому что у нас пока еще нету, чтобы при сработки там они загорались или еще. Главное, чтобы они горели. Вот. На гранитах обычно шлейф, если выключен, они тухнут, срабатывают, начинают моргать. А здесь напрямую делаем все. Ну, звук работает. Все. Вот еще один. Так, выходы понятно. Задержку обычно на взятие не ставим. Вот автоперезятие из невзятия ставим. Так. Если же у нас здесь выбрать, как и стоит, поставить вот эту. Запишем. И сделаем также сработку, даже вот нажмем пуск. Он дает, получается, выдает питание рывками. А соната на 12 вольт, она должна быть питание постоянное. Включить, замкнуть. Записываем. Так, есть. И проверим. Внимание! Пожарная тревога! Есть. Ну, как-то так, короче.